Около 40 человек проплыли по Енисею от Дивногорска до Красноярска. Таким образом, провели 19-й турнир по плаванию в холодной воде «Енисеюшка». В нем приняли участие красноярские моржи, а также спортсмены из Зеленогорска и Новосибирска. Турнир проходил в форме эстафеты. Каждый участник плыл в течение 30 минут, затем его подменяли другие члены команды. Лучшее время показала команда из Новосибирска. Они проплыли дистанцию за 3 часа 40 минут, за что получили переходящий кубок победителей турнира. Остальные спортсмены пробыли в холодной речной воде более 4 часов. Ощущения, вам скажу, очень хорошие. От Дивногорска до Красноярска, ну, я даже не могу подсказать эти ощущения. Они, ну, непередаваемые. Не холодно было. Ну, уже под конец как бы начал подмерзать. Ну, а так нормально.